писательский композитор, дирижер, общественный деятель. Обучение музыке начал с бандуры. Позже обучил искусством игры на добре, баяне, аккордеоне, фортепиано, гитаре, банджо, балалайке, ударных. Василий Гаврилович писал музыку в самых различных жанрах. Он также автор музыки более чем к 50 спектаклям Харьковского театра юного зрителя. Валентин Иванов, «Цветок кактуса», исполняет Максимова Валентина Алексеевна и Суховей Юлия Васильевна.